Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Рыболовные сети» и «Рыболовные мережи». Сегодня мы с вами рассмотрим одну из разновидностей сетей, да, профессиональную рыболовную сеть. Да. Там были вопросы, скажем, у зрителя Евгения Т., да. Если я вас там чем-то обидел, Евгений, да, я приношу свои извинения. Я не хотел вас обидеть. Скажем, есть непосредственно моменты, да, в разных районах. Или вот это наша сеть, которая самая первая сеть, да, на которой ячия там 21 миллиметр. 21 миллиметр, совершенно верно. Не все ловят крупную рыбу, да. В некоторых районах ловят мелкую рыбу. Да? Допустим, в Ленинградской области существует такая рыба корюшка. Существует корюшка, она бывает здесь, непосредственно водится 4 видов этой корюшки. Корюшка здесь озерная, корюшка речная, корюшка береговая и балтийская корюшка. Самая ценная порода рыбы корюшки здесь – это балтийская корюшка. И в начале сезона вылова этой рыбы, скажем, от города Санкт-Петербург в радиусе там 200-300 километров, эту балтийскую корюшку принимают прямо на берегу, за 750 рублей за килограмм, да? И вот такая рыбка шпроты, называемая корюшка, да, ее ловят. В Санкт-Петербурге даже есть день, праздник корюшки. То есть эту рыбку как бы возвели там, скажем, в культ. Она очень дорогая, да, там, когда уже нерест идет корюшки, там, ее продают в разных уголках города Санкт-Петербург. Так вот, это ячья 21 непосредственно на такую рыбку в этом районе, на рыбку корюшка. И сегодня, то есть, вот эта первая сеть, которая, да, которую мы с вами делали на кольцо, это та же самая сеть, Просто из нее я вам покажу, как уже делается профессиональная сеть. И здесь момент еще какой, да? Просто, может, кто-то там не заметил, когда мы с вами ее делали, эту сеть делали, я прогонял боковую нить. Ну, вот на первом ролике там видно, когда перевернута сеть, и там вправо идет еще шнур, да? Я край как бы этой сети уже подвязал. То есть у меня вот стоит, вот идет вверх, да, боковая нить, идет вот шнур 5 миллиметров, который на кольцо. И здесь я уже сделал захват, вот такой захват, 10 сантиметров сделал захват и закрепил грузовой шнур. Отступил также 50 сантиметров, да, и вот поставил вот такой столбик поставил. То есть я его прогнал до грузового шнура, закрепил и вернулся в обратную сторону. То есть он уже закреплен. Как раз здесь я достал этот шнур грузовой, да, и в этом шнуре он немножко крученый. То есть грузовой шнур крученый. Скажем, чтобы его не использовать, да, его надо разогнать. То есть в вашем помещении непосредственно разбираете длину этого шнура, да, шнура, скажем, вот он разобран, и начинаете его прогонять. Вот так. Оп, по всему шнуру. Оп, начинаете прогонять. То есть я одел перчатки, иначе руки сожгете, да? Одел перчатки и несколько раз с одного конца в другой я прогнал этот грузовой шнур. Чтобы немножко, потому что машина была не отрегулирована, и шнур попался мне крученый. И чтобы он не цеплял сеть, его необходимо прогнать. Его необходимо вот так несколько раз прогнать. То есть с одного места в другой этот шнур необходимо просто прогнать.
Иначе он будет винтом крутиться и цеплять вашу сеть. Сейчас я вам покажу, как уже непосредственно будем делать с этой самой сети. Будем делать профессиональную сеть. Да? Такое применение, использование, то, что сейчас я вам покажу, это применяется на сетях и другого типа сети. Сейчас я начну делать и вам уже более подробно расскажу. И есть у меня уже, скажем, готовая сеть, да, я просто вам покажу, как это начинается, что это делается, да. Покажу тоже там готовую сеть, она уже сделана, да, то есть сидеть делать уже не будем. Из-за того мы берем уже готовую сеть, посадку вы все знаете, да, как это делается. И просто добавляем уже, делаем грузовой шнур. То есть не на кольцо, ее можно использовать на кольцо, как мы делали, да, не добавляя, просто кольца примотать. Или вот такой момент, как сейчас я буду делать. Ну, то есть вот это наша сеть, да, и вот тот, что этот столбик, то, что подвязанный, я вам говорил, 10 сантиметров. Если вы помните, да, мы эту сеть садили с вами, и расстояние было у нас 16 сантиметров на огниве, от узла до узла. 16 сантиметров. Значит, мы берем через 6 промежутков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть на шестом, между шестым и седьмым, да, на саду, мы берем игличку, да, и также делаем, сюда подвязываемся, делаем захват, делаем узел, делаем здесь узел, да, захватились все в край этот сад и вокруг шнура и этих садовых нитей, да, сюда и сюда поддеваем, да, поддели, подтянули, да, взяли перчатку, чтобы тянуть было сильно, хорошо, да, и сделали узел. И теперь мы опускаемся на шнур вниз, на шнур вниз. Так как у нас 6 промежутков по 16, это 96 сантиметров. 96 сантиметров, через 96 я привязался. На шнуре, уже грузовом шнуре, мы с вами делаем расстояние, берем, добавляем там плюс 5, то есть 1 метр, 1 сантиметр. 50, да, 50, еще 50 метр и еще 1 сантиметр добавляем, да. Добавляем шнура здесь с запасом. Добавили. Теперь вот этот непосредственно уже идет у нас. И столбик я делаю здесь, на этой сети. Делаю столбик 10 сантиметров. 10 сантиметров. Да? Подвязался к шнуру. Также делаю на шнуре этот узел. Раз. И теперь уже сюда же под шнур и под нитку затягиваю, то есть затянулся на шнуре, затянулся, и обратно, чтобы был просто пожестче этот столбик, скажем, обратно возвращаюсь сюда же, да, и здесь точно так же делаю захват и узел. Ну, вот вернулся, выровняли нитки, по две нитки здесь, да. Вот уже расстояние далось, да, и уже непосредственно также вокруг шнура, и по две садовые нити. И так далее, продолжаем так далее это делать, да. Также обрезали здесь 2 сантиметра. И все. И прогоняем этот шнур. Прогоняем весь этот шнур. И так прогоняем мы до конца сети. Прогоняем вот этот шнур. Да? Просто прогоняем, прихватываемся вот таким образом. Ставим столбики. Да, есть у меня готовая сеть уже непосредственно. Да, уже сделанная готовая сеть.
Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Скажем, просто, чтобы не задерживать внимание и время. Да. Есть готовая сеть, вот она рядышком висит. Как она выглядит. Точно такая же сеть, поплавки, да, на ней. И вот уже непосредственно шнуры. То есть шнур идет, да, и снизу вот грузовой шнур. Вот она в собранном состоянии, вот так выглядит эта сеть. Да, шнур. Вот таким образом она выглядит. Для чего? То есть эти моменты делаются и на других видах сетей, на других видах сетях. И столбики расстояния бывают разнообразные. То есть в некоторых районах тем самым уберегаются сети, допустим, от ракушки. Да, от ракушки. Второй момент. На сетях, которые выставляют, к примеру, есть прибойная солома по дну, да? То есть прибойная солома, и чтобы вот солома это не лезла в сетку, да? Сеть приподнимают от дна, да, на какое-то расстояние. Здесь именно на этих сетях, эти сети предназначены для корюшки. И непосредственно в этих сетях, тем самым, сети выставляются, эти пойдут выставляться в Финский залив. Тем самым, кто смотрел предыдущие ролики внимательно, да, есть такой таракан, который, если шнур лежит внизу на дне, он поднимается по сети, этот таракан, и обгладывает рыбу. И рыба становится нетоварная. И вот таким образом уже делают более профессиональные сети. Это один из вид подготовки профессиональных сетей. Все. Спасибо за внимание. До новых встреч.